Администрация Твери в 2020 году сделает платным для автомобилистов несколько улиц в районе швейной фабрики. Проект назвали локальным платным парковочным пространством. Предполагается взимать плату за парковку на отчетной стороне проспекта Победы на некоторых улицах. Таким образом, хотят разгрузить улицы и дать возможность парковаться автомобилистам с соблюдением требований ПДД на небольшие промежутки времени. Взимать плату за парковку начнут с 1 июня. Режим работы в будни с 8 до 8 часов вечера. Стоимость одного часа парковки составит 30 рублей.